В открытый космос вышел первый казахстанский спутник дистанционного зондирования КАЗ-Эусат-1. Будет находиться на своей целевой орбите в 750 километрах от поверхности Земли. Следить за его работой и обрабатывать информацию будут 24 конструктора и 21 оператор в Астане, прошедший обучение и стажировку в Тулузе. КАЗ-Эусат-1 – первый спутник дистанционного зондирования, который компания Airbus Defence and Space сконструировала для страны, не входящей в состав НАТО. Разработка проекта длилась 5 лет. В рамках соглашения о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией в космической отрасли, помимо запуска спутника и подготовки специалистов, будет налажено производство космических аппаратов в Казахстане. Сейчас происходит событие очень большой важности для Казахстана, потому что идет сейчас процесс запуска первого казахстанского спутника дистанционного зондирования Земли. Создание наземного комплекса управления этим спутником, создание наземного целевого комплекса для приема, обработки данных с космических аппаратов, плюс передача технологий производства в Казахстан, потому что в рамках второго проекта создания сборочно-испытательного комплекса создается производство космических аппаратов в Казахстане. Все это стоило нам 260 миллионов евро.